совершенно не разобрались в этой истории. А почему они, кстати, говорят про борщ? Потому что пишет таблоид The Sun, что русские очень любят поправлять свое здоровье именно борщом после... Причем это объясняет с научной точки зрения. Там есть витамин С, который похмелье с вас снимет. Этот шел прямо, этот выезжал. Да уж. Это выезжала. Thank you.
Он представляется, товарищ полковник. Он товарищ полковник, Ковальчук. Но он представляется. Он говорит, не замечательно? Я приходила. Я приходила, когда маленькая была. Я из школы, когда возвращалась, родители работали, я приходила к бабушке. И там в очередной раз, говорит, бабушка, а там вот ребята сказали. Она говорит, и ты говори. А ты тоже говори, ты тоже представляешься, понимаешь? Мне нужно... Человек, который находится в розыске по линии Интерпола. Рисует, человек занимался, как, опять же, должен установить и сказать, финальную точку поставить суд. Сейчас идет следствие. Но, еще раз говорю, он входил по подозрению в преступную группу. Ты, блядь, ты слепой, что ли, блядь? Слушай, вообще охуеть. Тихо, ладно, что ты? Человек идет, блядь. Слушай, охереть. Счастье, что же у вас? Наверное, баба. Стой. Да нет, поехали. Наверное, баба. Стой, ты опять смотри. Чуть-чуть бы сбил его. Прямо из-под колес выпрыгнул. Реакция хорошая. Слушай, ну это дурит. Притормозишь? Чё притормозишь? Пьяный. Пьяный? Пьяный? А чё он неадекватный какой? Ты номер его не запомнил? Нет, на регистраторе надо.